Днепропавловске и Бесколе прошли финальные игры областной зимней спартакиады «Акшикар». Более 10 тысяч школьников из 13 районов области и города Петропавловск соревновались в 10 видах спорта. В заключительных турнирах приняли участие 1300 ребят. Султан Махмуд Муканов из района имени Габита Мусарепова, будучи капитаном, привел свою команду к первому месту по футзалу. Мы получили огромный опыт, много позитивных эмоций и заняли первое место. Что можете сказать о своих соперниках, с какими было труднее? Соперники все были достойны, в финале встретились с городом, показали достойный результат. По результатам каждой дисциплины победившие команды получили определенное количество очков в соответствии с занятым местом. На сегодняшний день мы можем сказать, что хорошо развит вид спорта, как президентское многоборье в Тимирязевском районе, конькобежный спорт в Мусарепском районе и так далее. Но по итогам нашей спартакиады, по итогам 10 видов спорта у нас определился победитель и определились призеры. В итоге третье место разделили между собой команды из района Можана Жумабаева и Есильского. Второе место у кызылжарцев, первое место заняли школьники из Петропавловска. Победители получили медали, грамоты и подарки. Матвей Колесников, Шернияз Иманов, МТРК.